книге «Поцелуй ног богини» героиня любит мир Индии как странного новорожденного ребенка, не такого красивого с виду, но с космическим взглядом. Эти чувства я списала со своих чувств. Я не могла оторвать глаз от улиц, домов, людей, хотя в них не было какой-то особенной изысканности. Куда едете? Кангалим. На субконтиненте сразу захотелось познакомиться со всеми, поговорить, узнать. И жизнь подарила мне встречу с неизвестными артистами Бомбея. По вечерам мы собирались в кафе «Костяко». По брезентовой крыше шуршали деревья юга. Друзья рассказывали о себе, и кто-то сказал: «Даже если придет один зритель, мы будем играть. В театре должна быть дисциплина». Думаю, что эта фраза была зерном, из которого выросло дерево романа. Мне захотелось написать историю, где главным героем была бы страна, через которую, как по леске, проведет любовь. Так захотелось сказать об обычных людях, не о модном успехе, а наоборот, о достоинстве в крушении. Ну и, конечно, собрать вместе живые, настоящие судьбы и события. Сама Индия диктовала эту книгу. Так посмотрите на нас, как смотрят, пусть и дрожа, на далекий теплый огонь.